Любителям комочков посвящается. Вот так, выковыриваем. Ай-яй-яй. Оп. Фу, детка. Ну, это похоже либо 2 копейки, либо 3 копейки. Фу. Любителям комочков посвящается. Вот он. Чипок. И отпечатки. Фу. Красавец. Ну, мы его, естественно, восстановим, почистим. И будет красивый крест. Отпечаточек. Не видно, конечно, но ладно. Вот она, моя прелесть. Зачем я сюда ехал? Она, чешуечка. Снимаем. На, ай! Стоп. Детка. Вот такая вот. Да, вот и такое можно найти. Золото партии 1940 год, 3 копейки. Идеальная, но немножечко гнутая. На Руси сегодня просто офигенный шквальный ледяной ветер. Вот такая у меня тут Русь. И любителям комочков. Ну, правда, конечно, неудачно немножечко комочек получился. Но здесь торчит монетка. Сейчас посмотрим, какая. Ай. Ой. Кто это? Нет, пожалуй, сейчас я ее потру. И вот показалось 2 копейки 1800. 71 год. Вот такая вот монетка. Ветер просто